Итак, всех приветствую. Это второй день ожидания ледохода. Я сейчас приехал сюда, и тут совершенно без изменений. Так что я думаю, что мне его не дождать. Оборудование все разложил. Кстати, поставил монтироваться первую часть, но она получается довольно-таки скучная. Чаек нету ни одной. Вчера посмотрел видео, вечером они получились не очень в хорошем качестве, и там видно, как чайки просто спят, стоят и спят, спрятав голову туда, назад, ближе к крылу. Это говорит о том, что делать им нечего, они не тратят силы, и так как можно сказать, что открытой воды нету, им негде ловить рыбу. Вот, кстати, летит крикуша. Но не знаю, надо мной она вот, да, летит надо мной, но рыбку она не видит, к сожалению. Так что сегодня время у меня есть где-то порядка 4-5 часов. За это время я, если ничего не дождусь, никаких подвижек, то просто там какую-нибудь панорамку сфотографирую. Ну и так, что-то какие-то мелкие нюансы и все. Так что все, пока на связи, не переключайтесь. Дальше будет интересно. Я вижу движение. Река пошла. Ху-ху-хух. Река пошла, ребята. Так, сейчас. Ху-ху-ху. Подвижка реки на том берегу. Сейчас выставлю прямо. Надеюсь, вы это слышите. Итак, чудесные новости. В общем-то, только что я сказал, что река не двигается, и вдруг подвижка. Так, ушло вот оттуда. Все полностью оторвало, и все полностью прошло, и сейчас идет через мост и дальше. Не знаю, попробую подержать камеру, потом спанорамирую. Идет пояс и идет ледоход одновременно. Красота. Кстати, должен сказать, что звуков весьма мало. Все, я снимаю дальше на фотоаппарат, на связи. Ребята, я наблюдаю за ледоходом. Это отлично, я снимаю их вдогонку.
Итак, я проснимал порядка около часа. Есть неплохие моменты в видео, достаточно неплохие. Река идет. Притом выше по течению реки все очистилось. Вода вообще чистая. Мой берег правый по ходу движения реки с этой стороны. Он, к сожалению, не пошел. Но у меня еще есть в запасе немножко времени. Я подожду. Вот. Самые красивые кадры получились на фотоаппарат. Но это, в принципе, естественно. Там есть момент, где лед колется об опору моста. Это выглядит просто потрясающе. Не знаю, как записались звуки, но сегодня достаточно неплохо. Безветренно. Я поснимал много ракурсов, уже обснимал, мне кажется, все, что только можно было, но, может быть, что-то и пропустил. Сейчас я попью чаю и, скорее всего, еще поснимаю. В общем-то, я счастлив. Всего ушло на запись этого видео 4 дня. Я потратил... Но все оправдалось. То есть задача была снять именно момент подвижки, вот этой самой, момент этого ледохода. И этот момент снят. То есть, так, одну секунду. Запутался уже в днях. Так, сегодня 2 апреля 2023 года. Ледоход реки Вятка в районе города Котельнич. Тут все потрескивает. У меня вот еще диктофон лежит, пишет звук. Но я надеюсь, он вместе со льдом не уедет. Вот. Так что осталось где-то еще 3 часа, буду наблюдать. Если что-то будет такое интересное, то обязательно запишу. Короче, что, подведя итоги, пока что вот этого времени, которое я провел, это просто чудесно. Просто чудесно, когда выполняется, можно сказать, желание, то, что ты задумал. Все, я пью чай и жду еще каких-нибудь замечательных моментов. На связи. Так. Итак, где-то выше по течению образовался затор. Вода поднимается. У меня там остался диктофон. Вода поднялась очень быстро, где-то просто минут за 10. Так, и сейчас я, наверное, схожу вот за тем поленом, кину его и по нему пройду. Диктофон спасен. Должен быть звук. С вами был канал Бешеняга Медиа. Это было целое ожидание ледохода, которое заняло 4 дня. Но 2 дня из них были мониторингом, а 2 дня уже съемками. Все. Оставайтесь на связи. Всем добра, здоровья. Я пошел за монтаж. На связи.